Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас первый выпуск серии передач «Уроки калмыцкого танца». И для вас себя ведут солисты ансамбля «Тюльпан» Людмила и Юрий Бадмаевы. И первая передача посвящена танцу зайсангов, танцу калмыцких князей. Постановка заслуженного артиста Республики Калмыкия, заслуженного артиста России Эрниева Валерия Борисовича. Танец был поставлен в 2004 году 65-летию ансамбля «Тюльпан». И в этом году ему исполняется ровно 10 лет. Зайсинг с калмыцкого означает «князь». Отсюда и название «Зайсинга би» – «Танец зайсанго». И сегодня к нам на урок пришел популярный исполнитель народных песен, ведущий передачи «Попади в цель» и просто хороший человек Лиджи Горяев. Здравствуйте. Мендит. Савар. Всем привет. Ну, Лиджи, как у тебя дела? Все нормально, потихоньку. Растем. Есть какие-нибудь планы на будущее? Нас посвяти, пожалуйста. Планов? Ну, небольшие планы есть, конечно. Клип снять на песню. Хорошую нашу песню «Севрингум». И дать концерт. Гостин самым жителям Республики. Концерт в честь дня рождения. Все. И там. Будем ждать. Хорошо. План грандиозный. Скажи, Лидик, видел ли ты вообще танец зайсанго в исполнении ансамбля? Это которые с маля. Да. Тогда, да, видел. Мне очень понравится. Очень нравится мне танец. Такой ритмичный, очень классный, очень нравится мне. Но он очень тяжелый. Справишься с ним сегодня? Постараюсь сделать все возможное. Ну, я, наверное, немного расскажу о танце. Это мужской танец, исполняется тремя парнями. Основан на дробных выстукиваниях. В танце заложен калмыцкий характер, нрав, сила и удаль. Сегодня я покажу тебе основные движения танца. Разучим с тобой сольный кусочек. Ну что, Лиджик, приступим. Вот у нас ход. Левая рука здесь, правая маля. Сзади рука, левое плечо впереди. Ход с правой ноги, с каблука нарочито. Раз, два, раз. И в таком плане. То есть ты наступаешь через правую ножку прямую? Да, становишься. Еще плечо чуть вперед. Вот. И теперь нога прямая выходит на каблук резко. Жестко. Раз, два. Раз, два. Все получится. И раз, и два. Отсюда прямую ногу веди. Сюда почти прямая. Раз выходит. Раз, два. Нет, смотри, ты ее через колено хочешь сюда вывести. Она идет раз отсюда, там. Простой шаг на вытянутую ногу. Раз, два. Изначально уже стоять ровно. Вот. Начинать движение отсюда, да. И... Подожди, начинать движение отсюда. Отсюда нельзя никогда в жизни. Отсюда. И... Раз. Два, раз, два, раз, два. Ну, для первого раза неплохо. Начнем с рук. Руки у нас на поясе, ближе к краям, чтобы казаться шире, потому что танец низей. Мы должны стоять горделиво, могущественно, чтобы выглядели. Начинается основной ход. Я тебе покажу основной ход. Справа не бьет. Пошел. Раз, два, раз. Вот это будет основной ход танца. Начинается он с правой ноги. Правая нога становится на носок. Вторая ударяется полностью. Затем два удара полной ногой. Первый идет синкопированный. Раз. Два. Раз. Два. Так, Лиджик, я тебе сейчас еще раз покажу. Шестая позиция. Ноги вместе. Раз. Два. Раз. Раз, два, три. Что, Лиджи, попробуй. Сжать ноги вместе. Отлично. Так как это движение, Лиджик, основное в этом танце, предлагаю нам пройтись по кругу, закрепить это движение. Угу. Может быть, сделаем линии вперед и по диагонали постараемся покажем. Так, ну, Лиджик, давай, руки на пояс. Ноги вместе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, ну давай теперь еще, да, вперед ко мне, Лиджик. Ну что, Лиджик, теперь этим движением пойдем вперед с поднятием руки. Значит, исходное положение. Исходное положение у нас шестая позиция. Угу. Левая рука на поясе. Угу. Локоть смотрит вперед. Угу. Правая. Смолей у нас сзади. Угу. Теперь поднятие до вот этих пор. Вот сюда. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. На нашем канале появилась кнопка спонсорства, и я решил рассказать вам, что же такого интересного она может дать. Теперь у любого желающего появилась возможность напрямую влиять на развитие нашего канала и на его возможное будущее. Делать это вы сможете как раз через спонсорство. Активировав данную функцию, для вас станут доступными некоторые возможности, закрытые для всех остальных. Например, спонсоры канала смогут выбирать тему для следующего выпуска. Также будет доступен уникальный фото или видеоконтент. У всех спонсоров рядом с ником появится специальный значок и доступ к фирменным стикерам. С тобой сейчас шагу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пять, пять, шесть. И становимся чуть в диагонали, вот так в диагонали. Руки на поясе. Вот мы шли, у нас были руки. И оп, закрываем. Да, да, все, давай. Я начинаю первые два шага, ты вступаешь на третий шаг. Шли. И вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Встали в диагональ. Вот. Дальше у нас, я стану спереди. Дальше у нас идет, как будто мы, ну, соревнования же, и мы начинаем, как бы, рукава закатывать. Таким движением вот идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На семь, восемь мы собираемся. Семь, восемь. Понял. И вот немножко ногами вот работаем. На полупальце. Последнее движение. И раз, два, три, четыре, пять. Пошли. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Собираем. Семь, восемь. Нет. Собираем руку сюда. Также руку подвинем. Позиция шестая. Вот. Еще раз, да? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Семь, восемь. Раньше. Семь, восемь. Семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше мы отходим назад. Такой шаг у нас. Вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь у нас на плечах в это время плащи. Здесь мы вот отошли вот сюда. Теперь мы хватаем плащ. У нас также маля в руке. Ну, там берем плащ. И отсюда скидываем вот сюда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стоп. Левая рука у нас открытая, вот прямая рука на уровне плеча. Это здесь вот плащ. Красиво плащ. Вот как бы мы вот отсюда его раз и отсюда оп, скидываем его. Давай еще раз отходим назад. Пошли. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Приток в конце. Угу. Потому что дальше у нас пойдет у нас основной ход. Это ты танец видел, наверное. Я видел, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы в это время уже выросли. Еще идем вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Движение такое вот. Теперь у нас
уже усложняется. Такое движение заковыристое. Отсюда рука собирается и левая открывается рука. Сюда. Хоп. Да. Отсюда вот. Рам. Пам. Пам. Хоп. Сюда. Это было. Да. Вот мы подняли руку. Вот маля у нас. Теперь шаг левой ногой сюда. Раз. Удар. Каблук. И оп, руки поменяли. Ниже чуть руку. И сюда, как будто рукой себя заворачиваешь сюда. Оп, сюда завернул себе. Нет, ноги, видишь, открытые остались. Чтобы дальше сделать удары лучком. Сюда, закрыл. Удар, удар. Ноги можно ближе поставить. Носки ближе поставь, носки ближе. Да, опять-таки чуть-чуть раскрытые. И удар. Паш, паш. Ух ты. Купил специально для программы, наверное? Да, да, да. Давай, закрепим это движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выросли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. С рукой. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Отлично, руки держи в кулачках. 8. Вот. У нас теперь вот осталась правая нога в сторону. Я чуть вперед встану, чтобы тебе было видно. Осталось. И наступаем мы на нее накрест сюда. Голова у нас чуть в диагонали. Вот, пошли. Вот нога здесь. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Получается? Чуть-чуть. Получается? Отлично. Да? Получается. Давайте. Просто я не вижу спиной. Давай еще раз. Нога вправо. Так, руки. Про руки не забывай. Не встал? Не, давай, конечно. Все. Сегодня у нас пока солнце светит, мы еще работаем. Так, правая. А с руками вот это? Не, рука все здесь, уже находится. Все. Нога. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Хорошо. Головой, голову. Один можешь он сделать? Голову, да? Давай, я сзади постою, посмотрю, как тебе получается так. Руки, кулачки. На поясе, да. Про голову не забывай, подбородок наверх. Пошли. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Голову. Раз, два, три. Молодец. Не, ну нормально так. Раз. Я думаю, мы будем дольше мучиться. Да. Пошли. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот. Нормально. Последний удар сделал. Я же не профессионал. Штат потом. Для тебя даже нормально. Так. Прекрасно. Теперь у нас еще одно движение. Оно сложное. Вот мы остались. Нога у нас опять осталась. Мы ее выбили. Пам. Идет шаг накрест и кабриоль. Кабриоль это вот движение. Покажу, наверное. Кабриоль это вот удар. Главное, чтобы вот позиция сюда била и чтобы был слышен звук. Там. У меня слышно звук. Профессиональный, да? Нет, да, это как и, только как у меня и у Майкла Джексона. Пошли. Осталась нога. Шагаем накрест и кабриоль по кругу. Готовы? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, дальше. Правильно сделал. Просто пять, шесть, семь, восемь. Это нога легко остается. Потому что дальше у нас пойдет такой бег. Вот, раз, два, три, четыре, бег будет у нас. Нет, с правой ноги. Вот смотри, ты остался. Остался у нас. Остался. И бег. Раз, два, три, четыре. Бежим с носка. Раз, два, три, четыре. Такой как стилищ. Такой бег. Понял.
Пошли, вот мы 4 стали. 4. 4 у нас притопа и побежим. И 5, 6. Стоп, стоп, еще раз. Притопа, потом побежали. И 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. Дальше ход. 4 бега, ход пошел. 4 шага. 4 бега. Раз, пам, пам, пам. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Заходим в линию. Принято. Угу. И пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз. Рука закрывается на пояс. Положение. Отлично. Но сначала... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, правая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2,
два, три, четыре. Сюда. Поворот. Шесть. Семь. Восемь. И назад. Раз, раз, два. Стоп. Угу. Вот если в чем сложность здесь, да, надо сделать пам-пам, и чтобы она еще выскочила. И за такта за ногу такта нужно вынести, да. Угу. Восемь. И раз, раз, два, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шесть, два, семь, восемь. Так, еще пять, кабриоль. Кабриоль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, бег. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закрыли руку. Молодец, Лич. Отдохни. Отдохни. Уважаемые телезрители, это вам не футбол играть. Все. Молодец. Спасибо. Ну что, Рыжик, поделись своими впечатлениями. Ну, очень сложно. Я теперь думаю, как вы вот так, сколько вы уже работаете в вашем ансамбле. Устал, да? Да, я немножко устал. Но таким успехом можно похудеть, я думаю. Спасибо тебе большое, что ты пришел к нам. Спасибо вам огромное за такие бесценные навыки. Теперь я буду, мне кажется, дом практиковать. Да-да-да. И всем друзьям расскажи. Ждите меня на концерте в качестве танцора. И я... Всего доброго, до свидания! Раз, два.